Следующий вопрос такого же толка, но здесь уточнение. Могут ли многодетные семьи рассчитывать на бесплатную путевку в оздоровительном смысле? Да, полностью на бесплатную путевку семья, имея статус многодетной или не имея, может рассчитывать, если они относятся к категории семей в установленном порядке, признанными малоимущими. Здесь путевка полностью бесплатна. И если у нас ребенок относится к категории одаренный ребенок и входит в наш региональный реестр одаренных детей. Эти нормы были в прошлом и в позапрошлом году. Для многодетных семей с прошлого года мы предусмотрели меру, это компенсация от средней стоимости одного дня пребывания в размере 120%. Сейчас объясню. То есть в среднем у нас один день стоимости путевки в лагерь стоит от 2000 до 2200. Ну вот в прошлом году было. И мы компенсируем 1800 рублей родителям за один день. Вот остальную разницу они доплачивают самостоятельно. В среднем это выходит где-то 10 тысяч рублей родители доплачивают самостоятельно. То есть пока в этом году такой меры, что полностью бесплатная путевка для детей из многодетных семей не предусмотрена, но вот такая серьезная компенсация родителям, она остается.